ходе своей рабочей поездки в Гаврилово-Посадский район Станислав Воскресенский провел прием граждан. К губернатору обратилась Марина Пучкова, руководитель Дома культуры села Шикшова. Учреждение в предаварийном состоянии. Осел фундамент, образовалась трещина. Дело, по словам губернатора, поправимое. Государство как раз разработало нацпроект для таких больших бед маленьких учреждений культуры. Деньги Ивановская область уже получила. 5,8 миллионов будет выделено как раз на ремонт. Вы знаете, мы в Гавпосаде как раз тоже отремонтировали часть в этом году. Уже тоже совсем другое дело. Да. Но выделим деньги. Я вас единственное, о чем прошу, это очень важно. Вы проконтролируйте, пожалуйста, как эти деньги будут расходоваться.